Привет, мои соники! Вы попали на мой канал YouTube «Самый быстрый способ изучения корейского языка». С вами учитель корейского языка Соня. 안녕하세요! 한국어를 배우는 가장 빠른 방법. 한국어 선생님 Соня입니다. В этом видео мы с вами учим неправильные глаголы и прилагательные, основы которых оканчиваются на букву «ы». Так что, если вы хотите научиться говорить по-корейски грамотно, красиво, как носите корейского языка, то не переключайте и оставайтесь со мной. Итак, Соники, давайте сначала посмотрим на сегодняшний диалог. 요즘 많이 바쁘죠? 네, 많이 바빠요. Соники, как и на прошлом уроке, так и на этом роке, мы с вами учим неправильные глаголы и прилагательные. Обычно в корейском языке при присоединении к основе глагола или прилагательного какого-либо окончания сама основа не меняется. Но существует ряд глаголов и прилагательных, основы которых при присоединении каких-либо окончаний претерпевают изменения. Вот эти глаголы и прилагательные принято называть неправильными или нерегулярными. Помните? И в этом видео мы с вами разберем некоторые неправильные глаголы и прилагательные, основы которых оканчиваются на букву «ы». Итак, поехали! Соньки мои, если после основы глагола или прилагательных, которые оканчиваются на букву «ы», следует гласная, то «ы» выпадает что я говорю? Вот, например, у нас есть такая словарная форма прилагательного красивый. Епы -да. Епы -да. Угу. И соники. Сначала отпросим последний слог та. И у нас осталась основа прилагательного еп. Еп. И соники. А основа прилагательного оканчивается на ы. Угу. И туда, например, мы прибавляем окончание ОЮ. И ОЮ это окончание, которое начинается на гласную букву. И в этом случае И выпадает. Так что красиво, вежливо, в стиле это по-корейски ЕПОЮ. ЕПОЮ. Так мы говорим ловили веков и просто. Тогда, Соники, давайте присоединим начинающихся на гласную окончания, которые мы уже прошли. Угу. Сначала отпросим последний слог ТА. И у нас осталась основа прилагательного ЕП. Угу. И туда мы прибавляем ОЮ, осою. ОССЫМНИДА ОСО uh -huh. И СОНИКИ uh, эти, Это окончания, которые начинаются на гласную. Так что выпадает. Так что СОНИКИ Красиво, вежливо, неописанном в стиле. Это по-корейски ЕПОЮ ЕПОЮ И было красиво вежливо, необязательном стиле. Е посою. Е посою. Так мы говорим. Угу. А, то же самое. А, было красиво. А, вежливо, официальном стиле. Это по-корейски. Е Я Е Угу и красиво, поэтому типа так, это по-корейски. Епосо. -по так мы говорим. Ловили? Легко и просто. Тогда, Соньки, посмотрим на другой пример. Вот, например, у нас есть такая словарная форма глагола писать. А ага. сыда. Сыда. Угу. Тогда сначала отпросим последний слог ТА. И у нас осталась основа глагола С. с". И, соники, основа глагола оканчивается на букву И. И туда, например, мы прибавляем, например, окончание ОЮ. Угу. И ОЮ это окончание, которое начинается на гласную. И в этом случае И выпадает. Так что пишу, пишешь, пишет, пишем, пишете, пишут. Вежливо, неофициальном стиле. Это по-корейски. Сою. Сою. Вот так. Так мы и говорим. Ловили? Легко и просто. Тогда, соники, давайте присоединим начинающихся на гласную окончания, которые мы уже прошли. Угу. А сначала отпросим последний слух. Та. Да? И у нас осталась основа глагола с, и туда мы прибавляем ою, осою, осынита, осо. И это окончания, которые начинаются на гласную. И в этом случае выпадает. Так что соники. Пишу, пишешь, пишет, пишем, пишете, пишут вежливо, неофициальном стиле. Это по-корейски сою. Угу. И соники. Писал, писала, писали. Также вежливо, неофициально в стиле. Это по-корейски сосою. Сосою. Угу. Также писал, писала, писали. Вежливо, официально в официальном стиле. Это по-корейски сос сым да И писай, ПИСАЛА, ПИСАЛИ, ПОЭТОМУ, типа так, это по-корейски СО-СО so -so. uh -huh. so -so. Так мы говорим, легко и просто Только соники, обратите внимание Если после основы глагола или прилагательных, которые оканчиваются на букву И, следует согласная, то ⁇ Ы не выпадает. А что я говорю? Uh -huh. Например, давайте присоединим начинающихся на согласную окончание, которое мы уже прошли. Uh -huh. Сначала отпросим последний слог ⁇ та да", ⁇ и у нас осталась основа прилагательного еп ⁇ еп И туда мы прибавляем. 고, 지만, и uh -huh. Это окончания, которые начинаются на согласную. И в этом случае ы не выпадает. Так что красиво, вежливо, в официальном стиле. Это по-корейски «епунида». Еппымнида. Mm -hmm. Красиво. И типа так. Это по-корейски. Еппыгу. Ы не попадает И красиво. Ну. Типа так. Это по-корейски. Еппытиман. Еп mm -hmm. Некрасивый. Это по-корейски. Еппыти. Ага. И как красиво. Типа так, это по корейски Епынею. Епынею. Вот так. Легко и просто. Тогда соники. Давайте будем упражняться. Суники мои, как это можно говорить по-корейски? Младший брат или младшая сестра запер или заперла дверь. Вежливо, в необычайном стиле,

남준 씨는 키가 커요. 이이 mm -hmm. 이 영화는 슬퍼요. 이 영화는 슬퍼요. 나비 mm 어로 -hmm. 러시아어로 써주세요. Uh -huh. Теперь диалог. последнее время вы же сина А, не так ли? Это по корейски ЮДЗИМ бани папджу. Юджим бани папбуджу. Ага. Здесь ы, буква ы не выпадает. Почему? Потому что окончание чу. Начинается на согласную букву. Угу. Uh -huh. Теперь ответ. Да, сильно занята. Это по-корейски? 네. 많이 바빠요. 네. 많이 바빠요. Угу. Uh -huh. Здесь ы выпадает. Почему? Потому что окончание аю начинается на гласную. Угу. Uh -huh. Итак, продолжим упражняться. Соня как это можно говорить по-корейски? Угу. Где у вас болит? По-корейски? Одика апысэю? Одика апысэю? Вот, типа врач так спрашивает. Теперь ответ. А у меня болит голова. По-корейски? Борика апаю. Борика апаю. Так, мы говорим легко и просто. Тогда, Соники, я на этом заканчиваю. Так что, если вам понравилось общаться с этой корейской подругой, либо вам понравилось видео, не забудьте подписаться и поддержать меня лайком. Так что, целую! туманаю аняк!